рамках местного проекта «Военные городки» и отработки наказов жителей, включенных в народную программу «Единой России», активисты Одинцовского отделения партии проверили ход строительства нового детского сада в Кубинке. Дошкольное образовательное учреждение возводится на улице Армейская и будет рассчитано на 330 мест. Работы ведутся в хорошем темпе и находятся на постоянном контроле главы округа, секретаря местного отделения партии Андрея Иванова. Представители подрядчика обещают сдать объект этой осенью. В детском саду предусмотрены кабинеты для групповых занятий, спальные комнаты, актовые и физкультурные залы. На прилегающей территории для ребят организуют спортивные и игровые площадки, теневые навесы, а также проведут комплексное благоустройство и озеленение.